В Люберцах состоялся региональный карьерный форум «Твой старт». Он собрал на одной площадке старшеклассников, студентов, представителей высших учебных заведений, а также работодателей. Участников мероприятия ждали панельные дискуссии, презентации и консультации экспертов по вопросам открытия и развития бизнеса. Тему продолжит наш корреспондент. Уже во второй раз Люберцы становятся местом проведения регионального карьерного форума. Презентация учебных мест прошла в Большом зале Дворца спорта «Триумф». Кроме представителей вузов и средних учебных заведений, здесь активисты различных общественных организаций призывают молодежь пополнить их ряды. Российские студенческие отряды – это общероссийская молодежная организация, в которую вступают студенты с любых учебных заведений. Мы занимаемся трудоустройством студентов в летний период времени, когда у студентов каникулы. Также можно работать и в период осенних-зимних каникул. Вот. Можно работать по разным направлениям. Вожатый, бармен, официант, строитель, проводник и многие другие направления. Это зависит от того, в каком именно отряде студент состоит. Региональный карьерный форум посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Свои инновационные разработки ему продемонстрировали студенты ведущих техникумов и вузов Москвы и Подмосковья. Мы, конечно же, радуемся за вас, радуемся тому, что на нашей площадке вы найдете много интересной информации, пообщаетесь со своими сверстниками. Мы желаем каждому из вас найти то место и выбрать ту профессию, которая будет по душе, чтобы в последующем получать удовольствие от работы, конечно же, двигаться в создании семьи. Знаковым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Люберец и техникумом имени Гагарина. Основная задача – взаимная подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории городского округа. Техникум в 2024 году выиграл федеральный конкурс «Профессионалитет». Мы оснащены по последнему слову техникума. Все наши лаборатории, мастерские зоны. Образовал 7 зон по видам работ серьезнейших, и ребята уже занимаются, это дает замечательные результаты. Все наши предприятия, которые вошли в этот комплекс, в профессионалитет, они очень довольны результатом. Еще один блок – панельная дискуссия и открытый разговор. В качестве спикеров пригласили экспертов Росмолодежи, Центра «Мой бизнес» и компании «Вертолеты России». А специальным гостем форума стал российский бизнесмен Андрей Ковалев. В списке Форбса прошел с 25 до 11 места, был долларовым миллиардером, потом пришел кризис, но я выстоял. А потом я начал объединять предпринимателей, создал общероссийское движение предпринимателей, 400 тысяч человек объединил. Восстанавливаю старинную усадьбу Гребнева. Ежегодный форум «Твой старт» проходит при поддержке правительства Московской области. На этот раз он собрал более 1000 участников и представителей 20 вузов и техникумов. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.